завершает наш обзор аксессуаров от фирмы Black Dog. На сегодня это набор немецкого эквипмента, немецкого всякого барахла, вот, назовем так по-русски, мне слова не подобрать. Значит, это, видите, и ящики с боеприпасами, это и скатки, значит, и фляги, и вооружение, оружие, гранаты. То есть такой интересный набор. Не всегда есть все это под рукой, но это очень оживляет загрузку автомобилей или создание диорам. Очень полезный набор, на самом деле. Сам многократно часто испытывал потребность в том, чтобы чем-то дополнить модель, что ее оживит. Особенно это касается открытых легковых автомобилей или грузовых. Вот что-то хочется накидать в кузов, но вот не всегда это есть под рукой. Такой набор надолго избавит вас от этих мыслей о поиске нужной вам дополнительной детальки для оживляжа вашей техники. Вот, собственно, такой наборчик. Сейчас, секунду, я удалю. Да, еще каски, вот я вижу, тут есть несколько деталей уже от литников, отделились сами в процессе перевозки. Ну, в общем-то, не страшно таких существенных каких-то при этом проблем я здесь не наблюдаю. Все равно их придется от литников отделять, а изи пакетика они никуда не денутся. Ну и так, что мы, собственно, в результате имеем. Вот такой набор. Смотрите, замечательные вот такие вот рюкзачки немецкого образца, насколько я понимаю. Второй вариант рюкзачков. Давайте мы приблизим немного. Значит, я буду их показывать на фоне самого набора. Так будет более визуализировано. Смотрите, рюкзачки, ящики для боеприпасов. Смотрите, как сделаны ручки, интересно, висящие, и переноски. Но это я уже показывал. Еще один вариант рюкзаков, еще один вариант ящиков. Здесь уже металлические ящики и металлические ручки по бокам для боеприпасов. Для... Так, дальше смотрим вот такие сумки. Видите, как проработано. Да? Дальше какие-то фляги. А, это горячие, видимо, ну, термосы для еды. Мне так кажется. Такие большие. Так, это фуражки. Не знаю, будет ли видно, настроится ли. Вот, посмотрите, там даже кокарды видны. Вот это шлемы. Посмотрите, внизу, под, точнее, каски внизу, под касками есть такие специальные. Так, еще шлемы, еще эти самые. Ну, каски и шлемы, но их много, я показывать их не буду. Все. Вот такие пулеметы, гранаты. Одна ручка обломалась, к сожалению. Вот такие вот скаточки. Вот подсумники. Ну вот, да.
Да, и вот еще. Ну, собственно, такой вот такой богатый, скажем так, набор. Который, я считаю, очень полезен будет тем, кто не просто собирает модели, а и оживляет их или делает диорамы. Да, вот. Карабины.